Привет, друзья, привет, подписчики, привет, YouTube. Рядом со мной мой друг, вы его уже знаете. Да, у меня такая прическа, как у клоуна. Саша Лев Коновалов, легенда. Так, мы сейчас находимся в Лос-Анджелесе и двигаемся в сторону Convention Center, где происходит музыкальная выставка под названием «Нам шоу 2019». Так что сегодня уже второй день. Вот, я сделаю специально для моих... Уже третий день, суббота, а не четверга. Просто для... мы второй день идем. Мы второй день, да, уже идем на выставку. Мы не успели вчера все посмотреть. Я все снимаю и специально для моих подписчиков-музыкантов сделаю отдельный фильм и постараюсь показать все новинки, какие только я увидел на этой выставке. Так что всем... Хотя это невозможно, наверное, показать. О, это всем, точно, наверное. Да. Это надо там просто жить. Ну, двигаемся. Смотреть гитары. Покупать. И покупать. Выбирать и покупать. Деньги в кармане. Неудобно, она маленькая для меня.
look season. Really carefully, you'll see the threaded pins right there. Yeah. They're spring loaded. So it comes out the back. So it's a soft stop. So when that happens, and you set it up, it makes it louder acoustically. It emphasizes the third harmonic. It's through the ice pick, and it has a sustain pattern you heard. And if you can adjust these D, E to D, and they stay in 5 cents, and it still can go up. Nobody else has that. We'll be right back.
два дня до свадьбы разворачивал, и два дня после свадьбы сворачивал. Сантана играет в такую акустику. Украинская компания Universal Guitars из Киева, из Украины. У меня есть уникальная гитара этой компании, которую сделали копию гитариста AC/DC, я вам показываю. Thank you.
есть хорошие колонки, у меня такие есть. Если они у меня есть, значит хорошие. Если бы нама не было, так бы и не встретились. На прошлом году мы купили с Льву колонки, которые я потом купил у Льва. Теперь мы подружились, дружим с этой компанией. Всем рекомендую, классная компания. Сведи свой микс сам. Да, наверное, скоро так и будет. В телефоне гитара, бас, барабаны. Чтоб не говорили, что звукорежиссер нехороший человек. Мастерин говно, звукорежиссер говно. Бочка торчит. Ну вот, наконец-то. Мы не обошли весь НЭМ. Нет шансов обойти. Ноги кончаются. Вот, но зато Саня купил украинскую гитару. Я к своей украинской купил ремешок, наконец-то. Мне еще подарили майку. И мне тоже здесь тоже маечка лежит. Так что выставка еще такая... один день. Вот, сзади его. Живописная тетя. Нам шоу. Мы уже едем в ресторан, потому что мы голодные. И потом домой. Все, подписывайтесь на мой канал. Хотел сказать, что мой канал действительно универсальный. Там не только музыка, клипы, песни, информация о музыкальных инструментах, но еще информация о том, в каких я странах бываю и что интересно там посмотреть. В общем, такой натуральный Natural Geographics. Natural Geographics. Natural Geographics. В общем, подписывайтесь на канал. Был рад всех видеть, слышать на моем канале. Ставьте лайки, можете ставить дизлайки. Но не молчите, пишите, я буду читать и отвечать на ваши. И сильно не унижайте, пожалуйста, мы от души это все. Вот он от души это все делает. От сердца. От чистого сердца. От своего полуметалла керамического сердца. Все, всех целую, пока. Многие с собой берут гитары и все думают, зачем идти на выставку, смотреть гитары и брать с собой гитару. Но там очень много
гитарных педалей, и все пытаются своими гитарами послушать, как они будут звучать. Нет, смотри, чувак с педалями. А он же с педалями. Он говорит, не хотите послушать педаль, у меня с собой.